Советского информбюро. 13 февраля 1945 года войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев в трудных условиях большого города завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии, городом Будапешт, стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене.